Привет, друзья! Сегодня у нас новый эпизод сериала про монтажный компьютер. И сегодня поговорим про игры. Только подождите, сперва миссию завершу. Друзья, как вы помните, мы нашпиговали наш монтажный комп крутым железом. Здесь у нас и RTX 2080, и 6 SSD и топовый процессор. Разумеется, все это позволяет быстро и комфортно монтировать видео в 4К, но об этом мы поговорим в следующей серии, где детально затронем тесты производительности премьерки, After Effects, Photoshop и прочих рабочих приложений. Ну а в этом ролике немного порелаксируем и поиграем. Я установил на компьютер пяток игр, с помощью которых мы проверим производительность системы с помощью вот этого монитора 4К. Кстати, монтирую тоже на мониторе 4К. Итак, поехали! Подожди. Как видите, железо на нашем монтажном компе позволяет комфортно играть в любые игры, даже на мониторе 4К. Но просто так играть неинтересно, поэтому я решил провести еще один тест. Так как у нас в компе куча SSD, я решил проверить, насколько удобнее играть на SSD вместо винчестера. SSD лучше подходит для игр, так как сама игра стартует быстрее и быстрее же запускаются уровни. В игре меньше лагов и фризов, особенно когда загружается новое пространство при динамической смене картинки, например, когда забегаешь из дома в лес. Так что я рекомендую использовать SSD не только для работы с монтажкой, но и если вы на компе только играете. Ну а теперь настало время для нашего традиционного розыгрыша ковриков Plexter.
Поехали! Ребята, поздравляю вас! Совсем скоро мы выйдем на связь и обсудим доставку призов. А теперь, друзья, внимание! Вопрос нашего нового конкурса от Plextor. Что такое LDPC? Для участия в конкурсе вам необходимо выполнить следующее действие. Подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео, сделать его репост в любую социальную сеть, а также непосредственно ответить на вопрос и отписаться обо всем этом в комментариях под этим видео. Итоги розыгрыша мы подведем 15 октября, так что дерзайте, время еще есть. А на этом у меня все. Пока!